почему я не охочусь. Отвечаю. Из-за старого шлепа-молотильника, который едва не убил меня. Наука требует простить его. Чувство мести требует убить его. Сегодня, друг мой, ты станешь моим отмщением. Возьми мою руку. При последней встрече старый шлеп оторвал мне пару конечностей. Думаю, их запах выманит его из укрытия. Он захочет закончить начатое. Положи мою руку возле логова шлепа на Нагорье. С научной точки зрения убийство старого шлепа было плохой идеей, но с мстительной точки зрения я благодарен тебе!